Уровень называется цистерна. Это вся карта, понял? О, ой, как красиво. Вот, неужели ничего нет наверху? А, что-то и спрятано. Блять, что это? Что за писька? Крысы какие-то здоровые, они размером с собаку, блять. Только хотел сказать, что я разгадал, блять, игру. Понимаю, как в нее играть. И на тебе, блять. Не понимаю. Вечерочек, ты на канале Gunta Games, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть в Tomb Raider Remastered. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Кстати, как нырять? Вот. Ну, уже все забыл. Бля, мы как будто вверх плывем. У тебя есть такое ощущение? Или вниз? Бля, это ужасно, представляешь? Вот страх такой. Плывешь просто глубоко вниз. Там что должно быть? Ой, ёб твою мать. А, все туда и надо. Так. А, я, может быть, зря это сделал? А, да нет, не зря. Это вот, видимо, тут и убралась вода, да? А, отлично, мы перепрыгиваем. Все как обычно, мы все умеем, все можем. Не, надеюсь, сильно не будет глючить. Что-то у меня ноутбук сильно почему-то горячий уже с самого начала. О, здравствуйте. Здравствуйте. Класс. Класс. А мы можем с тобой поговорить по душам? Сейчас я только возьму хорошее оружие. Вот так вот. И мы, получается, делаем что? Правильно. Ctrl. Да не прыгай ты, ёб твою мать. А, F. Вот так, F5. Гробница Тихукана. Мне вот сюда, пожалуйста. Так. Осматриваемся. Тот камушек, я так понимаю, не двигается. Так. Хотя, может быть, и двигается. Есть. Дальше нам прыгать, все понятно. Если надо прыгать, то мы делаем всегда вот так. Это база. Класс. Класс. Супер! Это то, что мне нужно было, да. И именно так я и хотел все сделать. Ты все правильно понял. Подожди, блядь. Вот так. Ага, тут ловушки. Хорошо. То есть я должен сделать вот так. Потом я должен сделать вот так. Ну норм. Вообще считаю, все отлично сделано. Даже сюда можно попасть. Вот так. Все шикарно, все супер. Жмем. Водичкой наполнили. Бля, он что, двигается? Ты понял, о чем я? Я тоже. А, камушек поднялся, все. Вот я думал, что нам его нужно будет двинуть. В смысле? Не понял. Нифига себе. Нифига себе. Так,
Сохраняемся. Видишь, я прошаренный. Гробница Тихукана. Блять, не видно ни черта. О мой бог. Блять, я заблудился. Так, мы пришли отсюда, да? Что за Майнкрафт? Какая красота. Так, я предлагаю плыть вниз. Блять, ты... Вот, как раз тут рычаг, пожалуйста. Ага. Что-то где-то, возможно, открылось. Теперь мы выплываем. Набрали дыхание. Теперь поплыли вдаль. Просто видишь, как далеко прям плыть приходится. О, это что, блядь, происходит опять? Лара, нам пиздец. Все, я не понимаю, что происходит. Нас просто сейчас раз... Я не могу выплыть. Это нас какое-то течение понесло. Ой, любимая крыса. Ой, любимая крыса. Ой. Блять. Получи. Ай-яй-яй. Итак. Значит, нам надо вылезти. А мы это как делаем? Правильно, мы это делаем. Вот так. Если Лара все будет делать как положено. И, кстати, у меня драйвера, я тебе скажу, обновленные, и Лара не лагает. Как это было ранее. Previously. The Lara Croft. А, мы так достанем? Ой, почти. А сейчас голова ударится. На нахуй. Окей. Все, окей, я понял. Сначала не понял, а потом понял. Представляешь, как бывает. Так. Так. О, ну... Откуда, блядь? О! Хера себе. Я даже не знал, что там что-то есть. Ах ты, блядь. Ай, как же ты меня затрахал. Я не могу. Иди сюда, сука. Заставьте Пьера уйти с помощью магнумов. Он уже испарился? Секунд, блядь. Я на всякий случай сохранюсь. Так, пока я сюда не пойду. Он мне просто все испоганил, весь мой настрой. Мне нужны патроны. Что мне нужно для этого сделать? Например, умереть. А, не умер. Дайте достижение, пожалуйста. Пожалуйста. Мне нужно загрузиться. Что это, F9? Да, F9. Получается, мне нужно вот так вот. О! О-о-о-о-о! Ничего себе. А это как так? Я, конечно, все понимаю. Но этого я не понимаю. Опа! Ха-ха-ха-ха! А, я в безопасности. Ой, Лара, не поднимайся. Как теперь отсюда вылезти? Ну, немножечко подстриглась. Немножечко совсем. Но мы, по крайней мере, оттуда вышли. Так. Опа! Там тоже секретики. Воу. А что это за место?
Там кто, аллигатор? Да. И там патрончики. А если я туда хочу? Ну там был вот этот Пьер. Фокусник ебаный. Как бы можно было за ним туда побежать. Но я думаю, что нам туда и нужно. Но как бы что вообще мы жмем? Кто вообще это делает? Кто там, блядь, находится? О, водичка. То есть вы хотите, чтобы я спрыгнул? А ничего, что там крокодайлы, блядь, обитают. Она его даже не видит. Она ничего с ним не сделает. Ага, ясно, блядь, ясно, нахуй. Ясно. А я бесстрашный, а мне плевать. А я бесстрашный, и мне на все насрать. Ужрет меня крокодил, мне на него плевать. Что-то еще тут лежит, ёб твою мать. Крокодил у меня чуть ли не скушал. Но мне на него похую. Возьми, Лара, пожалуйста. Оп, кусь. Так. Ага, эта штука двигается. Как нам отсюда выбраться? Очень занимательный вопрос. О, ты прям сюда приходишь. О. Все, больше не приходи. Оу! Я испугался. И я не сохранился. Нет, я же там все собрал. Ладно, давай. А давай, крокодил, беги за мной. Пойди сюда. Ты за мной плывешь? Ага, иди, иди сюда. Иди сюда. Так, пожалуйста. Просто в никуда, магнум. А ну сюда иди. Почему в прошлый раз так хорошо тут завис? Блять. Вот он ты. Ага. Стой тут. Стой тут. Мы с тобой как-то побеседуем сегодня или что? Вообще похуй. Ну-ка. Да вот он прям под тобой. Эй, ладно, блять. Давай так все соберу. Что мне нужно? Я просто так понимаю, что мы еще сюда сможем вернуться. Теории, как бы. Блин, я так все красиво сделал. А крокодил меня подставил, блядь. Пока Лара, сука, развернется, пройдет херва туча времени. Охраняйся. Что это за ловушки? Я думал, это дверь открытая. Я думал, это просто открытая дверь. А-а-а. Так. А мне нужно теперь воду опустить. А где мне это сделать? Блять, я уже опять запутался. Да что ты будешь делать? А, меня понесло обратно. В смысле? Чё происходит? Чё за... Так, я спуск... Ой, господи, что происходит? Так. И всё должно сейчас быть наоборот, да? Ну типа воду мы спустили. Я же так понимаю, это будет работать. Меня возьмет этот портал.
Да, меня портал взял, понес. Понес, овес. Портал. Ботиночка. Что-то поменялось? Да, поменялось. Если поменялось, то это хорошо. Ты прыгнешь, нет? Типа это высоко? Ты что ты делаешь, блядь? Ты разучилась управляться? Я планировал, что это будет быстрая серия. Так, теперь мы еще раз сохранимся. Потом мы еще раз побежим туда. Класс. Я не хочу тратить аптечечку. Опа. Ясно. Где-то заиграл аллигатор. По-любому есть такая группа, я тебе отвечаю. Вот, мне не нужно с разбега. То есть я должен сделать вот так. Да, видимо, она с разбега, и она не сразу... Вот-вот в чем вся была причина, видимо. Сука! Я уже увидел, но я не то нажал. Ага, я научился. Но почему она еще бегает... Вот смотри, я сейчас отпущу. Отпускаю. Все, отлично. Ага. И там теперь бродит, ходит аллигатор. Хорошо. Мне нужно сохраниться. Я боюсь нажать не ту кнопку. Это страх номер один. Ну на нахуй. Давай выбежим с тобой сюда. Опа. Так, хорошо. Что по жизням у нас? Нормально. В смысле? Я же вижу, что там что-то есть. Я же это и открыл. Я ничего не могу сделать? Ничего не жмется. Короче, смотри. Я кое-что углядел. То, что тут, оказывается, был проход. Вот. Если спустить воду, как я это сделал, это все. Блять, меня крыса пнула, крыса пинает меня. Крыса испинала. Ладно, хер с ним, не буду сохраняться. Кого крыса не пинает, правильно? Нахуя? Ты так тоже думаешь? И я так думаю. Так. Пожалуйста. Ой, ба-ба-ба. А, ты меня толкнул. Не смей. Я умер? Я живой. Я живой. Это что за жесть? Еще обезьяны? Где, блядь? Так. Окей, мы делаем вот так. Нет смысла от них прятаться, если они уже так близко. Давай пройдемся тут, посмотрим, что у нас здесь есть. А я пока ничего не вижу. А, это просто кругаля. Окей. Еще будут желающие. Давайте я повыше поднимусь специально для вас. Ага, минус один. Друг своего зови.
Я его жду. Что ты стесняешься? Подходи, не бойся. Я ж тебя вижу. Ты хоть попадаешь в него, нет? Давай, мы почти справились. Полег, полег. На это, я считаю, можно и сохраниться. Так, получается, вот сюда. Что у нас здесь? Ключ. Так, у нас здесь есть ключ. У нас есть ключ. И какие-то колонны. У нас есть ключ и какие-то колонны. Тут ничего нет. Тут тоже ничего внизу нет. И тут внизу ничего как бы нет. Да, там не проплыть. Мне изначально показалось, что можно проплыть. Нельзя. Говорят, нельзя. А, тут мы не заберемся. Все, я понял. Значит, нам нужен золотой ключик. В целом, как всегда. Вот тут нормально мы заберемся. А прикинь, нет, и все. Вот и поиграли. Мне сюда. Мне, я говорю, сюда. Оп. Просто еще проблема в старом управлении, что она не может себе позволить встать немножечко иначе, чтобы залезть. То есть ей нужно четко именно вот так встать, чтобы все было хорошо. Так, что у нас тут имеется? У нас есть проход. А вот вы тут для чего, господа? Я понял. Неожиданно. В смысле? В смысле? А что мне делать? Опять какая-то цистерна. Макаки, что мне делать? Там закрыто. Для чего этот скос? А, серьезно? Я думал, она не сможет на этот скос попасть. Блять, там закрыто. А как мне туда попасть? Расскажите мне, пожалуйста. То есть все, я в тупике, а тут я ничего не вижу. Ну скажи мне, серьезно? Серьезно? Блять, рычаг? Сейчас. Вот ты вот так вот бежишь. Ну так, может быть, он в глаза тебе бросится, этот рычаг. Но вот так? Блин, он сливается со стеной, ну нахера это делать? Ну, отлично, блять. Я в шоке, я просто в шоке. За что так? За что вы так поступали с игроками? Они этого не заслужили. Я понимаю, спрятано все такое, но мы... Как бы вы делаете хоть... Да хватит бежать. Сделайте как-нибудь... Ну, сука, вы сделали ремастерет. Ну вы должны же были понять, что управление говно. Управление нужно было поменять. Ой, я даже забраться не могу, нормально. Что она почему-то продолжает бежать, когда ее не просят. Что это все максимально все странно и неудобно. Просто поменять текстурки — это не все, что нужно сделать. Просто жесть. Так, я сохраняюсь, потому что там... Будет что-то, я думаю, нехорошее. Да слушай, еще все более-менее адекватно. Ты посмотри. Ну ты посмотри. Вот куда ты бежишь? Я остановился. Ой, надеюсь, дальше будет поприятней. Я про следующие части. Пошли, пошли, пошли. Я знаю, что нам недолго еще осталось.
Я на это очень сильно надеюсь. О! Класс! Супер! Супер! С первого раза! Отлично! Это просто победа! Я еще просто немножко времени потерял, потому что пытался понять, сюда идти, не сюда идти, куда идти, чего идти. Буковки. Что ты должен поставить на буковки? Вполне. А, откроются разные двери на буковки. Так, я понял. По-любому. Вот. А кто-то есть? Ага. Первая буковка есть. Тут еще появится, не? Никакой аллигатор не забежит сюда. Подожди, дверей раз. А, двери 4 и 5 вон там наверху еще есть. Ага, ну я после каждой буду сохраняться. Я же хитрый жук. Так, значит, вот. Откроется сейчас вот это рядом, которое. Смотри. Сейчас слева, которая от меня, вот она откроется. Вон та. Смотри. А-а-а, я угадал. Я видел, там какие-то тени были. О! О! А мне сюда. Очень опасно было, блядь. Как так-то? То есть вы думали, что я побегу вниз? У вас был такой расчет, что я такой, ой-ой-ой, куда-куда-куда-куда? Ой, давай-ка вниз, куда камень катится. Я ж тебе не Индиана Джонс. Так. Я еще что-то надеюсь, что у меня будет нормальное качество. Так, мы взяли серебряный ключ. Хорошо. Теперь соседнюю дверь открываем. А, ну сначала нам надо сохраниться. Еще бы. А, Лара, приседай, давай. Ага, открывайся. Крыса, сука. А-ха-ха-ха-ха-ха. Блять. Ну все. Ну все. Они просто меня сейчас сожрут. Ту-ту-ту-ту-ту. А так все хорошо было. Если бы она не спрыгивала, сука. Постоянно. Так, тут только аптечечка. А нам... А надо ли нам? Смотри, я сменил оружие. Дробовик. Оказывается, это можно делать так. На быстрые клавиши. Супер. Давай. Погнали. Сюда. Сохраняемся. Что там дальше? А ключ же мы уже взяли, да? Прям в лоб. Последняя была прям в лоб. Я аж увидел это. Лара, я уже давно остановился. Господи, что такое? Сиська все перекрыла. Я в шоке. Я просто в шоке. А, два ключа нужно? А у меня сколько? А у меня один. А, все. А, подожди, должен открыться. Вот он, открылся. Это хорошо, что он открылся. Там что-то, значит, жесткое нас ждет, да? Опа! Молодец. Ой, я, блядь! Как вы замахали меня двери?
Сколько можно? И вся проблема в том, что она не может остановиться. А, ну нет, смотри, если я отбегу, она еще пройдет чуть-чуть. Все. Я сохраняюсь. Это было несложно. Но каждый раз нажимать на Alt, чтобы она, блядь, не бежала, это отвратительно. Я боюсь, что такое управление полностью во всем ремастере. Воу. А если я не хочу туда? Мне нравится ваша музыка. А если я сделаю так вот? Опа! А я все равно еду, да? А что это за... Я думал, мы теперь будем так играть. Это что к нам плывет? Аллигатор, что ли? А я думал, аллигатор. А вот почему вы дали ему вот такой вообще повод меня скушать? Мне вот неприятно это осознавать. Абсолютно. И не видно ничего. Блять, я бы не сказал, что это... Что это? Ящерка? А, нет. Блять, ужасно. Откуда я пришел? А, вот оттуда. Значит, мы пока просто проплываем. Тут ничего нет. Вот тут мы можем выплыть, дать пиздюлин аллигатору. Которого нет. Значит, поплыли вниз. Ой, а тут что, босс уже будет? Тут что-то будет лежать вообще, нет? Ой, так еще хуже. Так. Я отвлекался, блядь, пытался понять, куда мне нужно нажать. Слушай, ну я ничего не вижу. Было бы, конечно, прикольно, чтобы они тут что-то спрятали, но они решили ничего не прятать. Ну кто, какой дурачок будет там плавать, что-то искать, правильно? Правильно. Ага, вот, смотри, рассмотреть вблизи. У них есть такие какие-то фетиши на рассмотрение вблизи всего. О боже мой. Это ярко и ужасно. Должен быть второй, и мне должны дать ачивку, смотри. Я рассмотрел их вблизи, что вам еще от меня надо? Не дали. Суки. Так, мне нужно сохраниться. Нифига себе, приплыли. В смысле? Что за иммерсия? Что случилось? Почему она вперед перестала бежать? Или это у меня клавиатура уже и все? А, в смысле? Да ёб твою мать, да что не так опять? Я же приплыл, куда мне надо, нет? Тут же больше нет никаких проходов. Тут больше ни черта нету. А, ну я вот могу вот сюда выбраться. О! Иди сюда, друг. Хорошо. Что-то нашли. Ой, ёпта. А, тут ничего нету. Ну смотри, она на такие покошенные, она все равно забирается. Но мне больше нравится лазить по гробницам, чем по пещерам. Не знаю, как тебе. Но мне кажется, что по гробницам как-то интереснее, чем вот по таким вот скалам. Так.
Она опять за свое. Вот тут, что ли, я читал достижение, что нужно какой-то ласточкой прыгнуть. И разбиться насмерть. Что? Так, все, все правильно. Мы пришли куда надо. Это где? Ну хоть показали, спасибо. Внизу? Видимо... Но мы можем выбраться, да, отсюда? В теории как бы можем. Но это все, что мы можем. А, нет, мы... Нет, мы не можем отсюда выбраться, все. Ну, поехали. Как же тут они любят все запутывать. Это просто жесть. Это кошмар для... О, дырка. А я не зря исследовал. Должны быть еще дырки. Какой острый камень. И где мне найти какой-то бассейн? Что? Чё, блядь, за бассейн? Да и будешь нырять? Я никаких бассейнов не видел. Там прям конкретный красивый бассейн. Может, это еще будет выход? Я его просто успешно просмотрел. Но это все должно быть вот здесь, в этой локации. Потому что больше никуда нельзя. В смысле? Я не видел больше никаких подобных штук. Чтобы мы могли попасть в какой-то бассейн. Если это вот эти ваши дырочки, то это вообще не прикол. Ты поди... Вот, я из этой дырочки вышел. И в какую мне теперь дырочку? Как же это отвратительно и темно. Я не знаю, что вы, что с вами делать. Я увидел бассейн, да, спасибо. Но тут ничего нет. Никаких спусков. Ваши ебаные бассейны. Что? Что? Как? Как это можно было, блядь, найти? Чисто случайно забрел. Ну ты долго будешь бежать? Я вообще не нажимал, когда вылез. Она кругаля наматывает. Давайте, говорите, что это уже заканчивается. Просто у меня столько... Вот, понимаешь, я очень хотел поиграть в Tomb Raider. И записать. Потому что у меня были воспоминания об Anniversary, о вот таких вот как бы частях. И мне прям нравилось все это, интересно было. А тут просто, блядь, жопа горит постоянно, нахуй. Я не могу. О, в смысле? Что это такое? Вас не существует! Подожди. Блядь, что? Что это такое? Кто себя так ведет? Канина, блядь. Ага, сейчас вторая, да? Оживет. Это что вообще сейчас было такое? Вы что, с ума сошли?
Я сейчас сохранился. После такого обязательно надо. Я что-то, у меня голова уже поплыла. Я загрузился, блядь. Вот никогда нельзя. Я уже привык к одним способам. Все. А, нет, блядь, не сохранился. Ничего, я взял дробовик. Блядь, кто кого нахуй? Давай. Все. Одна херня жизни потеряем. Только больше прыгать будем. Так, сохраниться. Все, пожалуйста. Кто тут еще будет? Это что за Twin Peaks начался? А ты все сзади плетешься, да? Вот сука. Хотя знаешь, главное все же участие. А, иди сюда. Где ты? Неужели это будет все? Неужели это все? Это все! Отдай мне мое. Вот это было, знаешь, это вот сражение с боссом просто кто кого. Это было слишком эпично, слишком. И что мне нужно? Ух. Так, мне нужно разобраться, да? Да. Я отпустил. Боже, как у меня горит. Отпустил. Прыжок. Схватил. Готово. Сейчас все соберу, что мне положено. Взял. Теперь с той стороны. Сюда как будто что-то нужно положить. Но ничего нету, видишь, нет никаких пальцев. Ничего нету. Так. Тут не надо бежать, я знаю. Подходим. Я отпустил. Так, мы этого дурачка одолели, наконец-то. Как он меня заманал. Я просто уже слов не нахожу. Только серии он мозги ебет. Так, теперь нужен ключ, который у меня есть. Просто у меня вот, у меня столько... к разработчикам... Ладно, к разработчикам тогда, ладно, это 90-е. Что ты хочешь? Но вы, блядь, переделывали. Вот у меня больше вопросов тем, кто делал ремастеры. Все бы ничего, да вот... Все довольно плохо. Давай. И пойдем отсюда. Все, наконец-то, прошли. Слава богам. Наконец-то мы добьем этот уровень. Я себе сейчас встал четко, мне дали ачивку, я тебе отвечаю. Это еще не все. О, ролики пошли. Ну, значит, все. Здесь покоится Тихокон, один из двух достойных правителей Атлантиды. Даже после того, как остров был проклят, Тихокон, он старался блюсти порядок на иных пустынных землях. Он умер бездетным и не передал свои знания. Взирай на нас с милостью, Тихокон. Это что, его гробница там была? А, ну да, логично, гробница. Закончите, Греция. Класс. 21, ни одного секрета. А, хорошо. Ох ты, ничего себе, она соединила. Ага, ее начало плющить. А теперь в Египет. Это мне нравится. Это зачарованные сейчас были. Какой кошмар, это чужой? Я не понимаю, что это. А ну вернись, сука.
Сейчас как выброшу нахуй. Ага, летит, летит лепесток через север на восток. Прилетел и все взорвал. Теперь вот эта херня полетела. Куда-то тоже попала. Что-то происходит. Мы влетаем в гробницу, летим по пещере. И попадаем в ключик. Она такая, и вот это, блядь, да. А, мы уже даже приехали куда-то? А в смысле? Подожди, я думал, это Египет. Опять пещеры. Опять пещеры. Надо, короче, сделать вот так. Да? Сохранить игру. Как называется-то хоть? Город Хамун. Видимо, теперь будет в пустынях, в песках. В целом ничего нового, что было и до этого. Но мы движемся к финалу. Слава богу. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий. Делись этим роликом с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего.